Здравствуйте. А что хорошее мы должны через усилия искать товарищей? Я не знаю. Попробуй, Моти. Попробуй. Может, есть. И что? Ну, когда мы в этом направлении работаем, ищем что-то хорошее в товарище, куда это нас ведет, в каком направлении? К тому, что я поднимаюсь над своим эго. Это не то, что нет в нем плохих качеств или есть они. Я не вижу ни в ком ничего, я вижу себя. Когда я смотрю на товарища, по сути, я вижу самого себя. И тогда вопрос, как я настраиваю себя, чтобы увидеть Творца. И все, что находится передо мной, я должен во всем этом привести себя к правильной настройке, чтобы через эту работу я увидел Творца. Поэтому есть передо мной весь мир, там нечего искать, но у меня есть группа, которую дал мне Творец, и я, настраивая себя относительно группы, так выстраивая себя, я произвожу эту калибровку. И через ту форму, которую я выстраиваю, и не важно, что она не настоящая, потому что моя истина, она абсолютно эгоистичная. Но насколько я стараюсь видеть группу совершенной, я через эту форму могу направить себя на раскрытие Творца. Это то, что дано мне. И насколько я приучу себя видеть товарищей совершенными, этим я приближу себя к раскрытию Творца. И товарищи, группа, и Творец — это все нереально. Это все находится внутри меня. И так я изменяю себя, настраиваю себя, направляю себя, что так я могу увидеть духовное. У меня нет никакой другой возможности, потому что я все время буду находиться в путанице желанием получать. Группа дана мне для того, чтобы настроить себя на хорошие вещи, исправленные. Хотя они и не такие, но мне это не важно. Я вижу в этом игру Творца со мной, когда Творец кладет руку человека на добрую судьбу и говорит «возьми себе». Здесь ты в поручительстве должен достичь кли, для раскрытия меня. Если это так, то нет смысла смотреть на товарища, если я не прохожу через него к Творцу. В любой ситуации я через товарища должен идти к Творцу. В центре десятки. Верно.